Здорово! Сегодня у нас в выпуске курьерская доставка, игра в точки, настольный футбол, флаппи бред, ретро-аркада и трэша-трэша. Экиден Сага – это аркадный раннер, в котором тебе предстоит доставить секретный груз, от которого зависит будущее Японии. Таинственный высокопоставленный чиновник дал задание, которое ты не имеешь права провалить. Курьеру предстоит преодолевать маршруты не только на колесах, но и на своих двух, так как путь тернистый и извилистый. Тебя ждут леса Гэмбе, холмы храмов и берега тысячи озер. Ту Дотс – это сиквел легендарной Дотс, покорившей мобильные платформы всего мира. На сей раз ты отправишься в увлекательное путешествие по арктической тундре, пройдешь опасные джунгли и даже побываешь на дне океана вместе с двумя отважными точками. Пройди 135 увлекательных уровней десятками новых и необычных способов. Соревнуйся с друзьями и получай медали. Футбол Cup World – это замечательный настольный футбол для всех, кого не возбуждают потные мужики, гоняющие за мячом. В игре приятная графика, множество режимов игры, хорошая физика и крутой интеллект противника, создающий индивидуальное поведение и характер каждой команде. Пройди турниры, играй с друзьями по мультиплееру, зарабатывай новые игровые столы и почетные кубки. Если взять и соединить Flappy Bird, Angry Bird, Plants vs. Zombies и Fruit Ninja, получится взрывной коктейль, который разработчики назвали Birdie Blast. Но если во всех перечисленных играх тебе было необходимо набрать как можно больше очков, то здесь все в точности наоборот. Бросай динамит, разрушай окружение, стреляй из растений и пушек. В общем, делай все, чтобы помешать птице добраться до финиша. Хьюи – это отличный повод для скупой слезы ностальгии по консолям детства. Ну а если ты не застал ни Дэнди, ни Сега, то есть возможность наверстать упущенное. Хьюи – это забавный герой ретро-аркады, напоминающий маленького динозавра. Путешествуй по красочным и необычным мирам. Прыгай по платформам, собирай бонусы, плавай, катайся верхом и сражайся с боссами. Все как в лихих 90-х. Ну и приступим к трэшу. Batman Justice Fall – это поистине крутой экшен, где тебе предстоит пинком под зад отправить темного рыцаря навстречу приключениям по пути вниз. Геймплей прост, ты выбираешь направление удара и тапами сбрасываешь героя с обрыва. Набирай рекордные очки за количество увечий. Почувствуй себя настоящим Бэйном, ломай Бэтмену спину, ноги, руки и шею, ну и заставь его летать, черт возьми, а то бегает по улицам в плаще и латексе, как эксгибиционист. Все. С тебя подписка, лайки, палец вверх. Если ты, конечно, не жлоб, лентяй, негодяй или внеземной организм с щупальцами вместо рук. Но если и так, ставь щупальца вверх. Это был обзор от Mob.ua и я, Трэш. До встречи!